У нас будет подарок. Сегодня у нас Святого Николая. У Владика был сегодня праздник в садике. Да. Да, он пел. Танцевал. Танцевал. И сегодня у меня... И опять идет снег. Как мы уже и говорили, как только какой-то праздник у Владика... Сразу идет снег. Да. Это точно. Слушай, вот мы начали мои видео. Сейчас идем домой смотреть. Может, и дома под елкой какие подарки? Ну да, что там Святой Николай нам положил. И вот, и после мы начали мои видео, и там много снега пошло. А тут мало снега идет. Я пошел опять. У нас. Это класс. Я хочу взять на руки снег. Ой, он такой милый, да, Вадик? Да, я тебе его поцеловать. Вот машины тоже в снегах. В снегах машины? Это как это? Да снеги. Снегу машины. Ай! Вот видите, машина уже на снегу. Мерседес. А как праздник? Тебе понравился, Владик? Да, сильно! Сильно? Я хотела уже тоже сделать вот так. Влад, не торопись. Я буду плачить. Я шучу, я буду пиво убрать. Вообще, ну, классно было. Я уже домой и там... Ждет подарок от Николая? Да, я думаю, что за там? Наверное, передачу надо родить. Нет, нет, это ж мы договорились, что весной. Весной. Я думаю, это ж там у тебя из того списка подарки, скорее всего, который ты написал. А если там Ауди? Ну, не знаю, ты хотел азбуку, Ауди. Оно сиденье мягкое. Кресло, да, и магнит. Да. Вот что-то одно из этого. Ай, в глаз не попадает. Владику снег в глаза попадает. Да, мне так лайче. Так много снега, что иду в глаз. Блин. Хотели бychom вам moc poděkovat, že jste přišli se podívat na naši besídku, že jste přijali naše pozvání. A my jsme se tady velmi nacvičovali, my jsme se těšili, až vám to budeme moc všechno ukázat. Naše besídka se bude skládat ze dvou pásem. V prvním pásmu vystoupí paní učitelka Karolina s dětmi a budou hrát na flétny. Potom vám zatančíme naší pohybový taneček Střížku, kterou jsme cvičili na veselých zpívánkách. A potom bude následovat druhé pásmo, kde budeme zpívat vánoční koledy a budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Po skončení besídky máme pro vás připravené vánoční občerstvení a teď už vám jenom přeji příjemnou zábavu. Thank you.
Some Volvo.
Ну что, Владюш, там Микулаш тебе что-то положил? Да. Ой, Святой Николай. Один бадак. Ну давай я открываю. Ну давай. Ух ты, какой ты сильный. Ты так хотел подарок. Ого, там даже скотч. Вот это Святой Николай тебе запечатал, да? Я уже подарил. Что это? Миска. Такой миска. Ага, это на ключи. 19 евро. О, ничего себе. Такой мишка, классный. Нравится так. Тебе? И книжка. Так. Посмотрю. А, сейчас. А, это книжка. Это абэцэдэ. Так, как ты хотел? Да. Нравится? Да. Это большая. Тут написано Саша. Чи. Чи. Это класс. Спасибо, Святой Николай. Да. Владик, а я там вижу еще один подарок. Где? Я не знаю. Вау, это Kindle. Еще, ты видел, он в елке спрятан был. Ужас. Так. Давай посмотрим там, что, какой игрушка. Ну, давай. А куда мы шоколад денем? Я сейчас принесу тарелку. Ну, давай. Вот тарелка. Так, открываем. Я такой быстрый. Угу. Так, шоколад возьмешь, а нет, это ничего что. Даем. И зубами оклою. Ну, ты как всегда. Все. Да. Два. Открыл. Это что? Я бы знаю, что тут есть история. Что там у тебя? Это что? Это что? Это что? Ну, собачка в домике. Собачка в домике? Вот. Угу. А ты сможешь сложить ее? Я буду сложить инструкцию. Помочь тебе? Нет, я сам буду инструкцию. Ага. Ну, давай. Не так просто еще. Не так просто? Помоги помочь? Мне. Хорошо, вот. Сейчас. Я уже тут кушаю. Ну, да. Собачка вот. Готова. Вот она. Такая. А поставь ее сюда на книжечку. А! Вот эта собачка. И домик. Угу. Собачка в домике. Ау. И Владик с шоколадом. Ну, один киндер можно. Ну что, Владюшка, все? Да. Если вам понравилось видео, ставь лайк и подписывайтесь на канал. Пока, всем пока! Пока-пока-пока.